Всем привет, мои любимые. Вот с утра выгляжу, как выгляжу. Только встала, на башке ураган. Сейчас побегу мыться. Сегодня очень большой день. Надо привести себя в порядок. Уже буквально время вот. Проснулась, называется Марина. Так, вчера ничего не делала. Смотрите, у меня есть какая штука. Сейчас буду лепить под глаза. И достала. Мне сейчас надо быстро-быстро намариновать 2 килограмма крыльев. Выезжаю. Так, окно открою. Как сегодня с утра пели птички. Просто настоящая весна. И сейчас поют. Погода замечательная. У нас где-то плюс 6, плюс 7 градусов. Смотрите, какие у меня есть звездные патчи со звездочками. Потом я сниму для вас в Инстаграм. Обязательно перейдите, посмотрите в Инстаграме. Сейчас я их быстренько налеплю. Я сегодня в такой... Так, мне надо еще помыть посуду. Опа, немножко порвалась. Так, смотрите, как это будет выглядеть. Я думаю, классно. Так, мне надо быстро-быстро мариновать курицу, быстро-быстро мыть посуду. И я уезжаю в центр. Ну как? Вот такие звездные патчи. Вот. Курочку беру в индейкином доме. Что еще взяла в индейкином доме? Сейчас вам покажу. Взяла опять много-много приправы. И взяла вот такой, посмотрите, соевый соус терияки. Он уже тут с ананасиком. Тоже хочу вот половину... куриных крыльев. У меня тут 20 штук. Я прям попросила, чтобы отсчитали по 10 штук. Меня просят называть цены. 150 рублей стоит килограмм куриных крыльев. Я беру в индейкином доме очень хорошие вот такие крупные куриные крылья. Буду мариновать, буду в духовочке запекать. И что? Обязательно, кстати, вам сниму, покажу. Очень получается вкусно. И какие приправы в этот раз взяла? Мне очень нравится, что в этом индейкином доме еще называется в некоторых районах куриный дом. Приправа без соли. Абсолютно это самое прикольное. Стоит дешево. Приправы здесь много. По 30 грамм, но она ведь легкая. Посмотрите. Ее тут очень-очень много. Подсела я на эти приправы. Причем там есть абсолютно для всего. И для картошки, и для мяса, и для индейки, и для утки, и для фарша, и для всего. Так, взяла для мяса универсальную вот такую. Здесь паприка, кориандр, лук, чеснок, перец. Куркума, перец душистый, чабир, лавровый лист и мускатный орех. Для индейки и утки вот такую. Тоже соли не содержит. Содержит шамбала, имбирь, куркума, гвоздика, чеснок, петрушка, базилик, смесь карри, перец и паприка. И взяла для куриного филе, вот которым я как раз хочу намариновать половину крылышек. Половину крылышек я буду мариновать уже... готовым маринадом, который покупала когда-то. И половину крылышек буду мариновать уже вот в этом соусе терияки. И вот этой приправой для куриного филе. Здесь корица, куркума, томаты, мята, петрушка, перец розовый и паприка. Я думаю, классно. Причем перец розовый, не знаю, как вам показать, вы не увидите. Вот когда буду мариновать, посмотрите. Он тут такими кружочками. Вот. Все, у меня там полная гора посуды, я, вон, посмотрите, в раковине, вот тут, вот тут, вот тут, вот, я не мытая, голова у меня не мытая, не умытая, кофе быстро-быстро попила, сейчас немножко, вот 20 минут буквально посижу, быстро мою посуду, быстро снимаю вам, как мариную крылья, очень классная вот эта вот штука, она у меня хранится в холодильнике, я раз-раз-раз, и такая красотка, тут еще какой-то гель внутри. Вот, так что готовлюсь, уезжаю. Сегодня вечером у меня большое мероприятие, очень хочется для вас поснимать, но, скорее всего, я вам там не поснимаю, потому что YouTube это не одобрит. Вот, но для меня это очень большое событие, которое я ждала очень-очень долго. Вот, наконец-то оно наступило. На работе мы вчера поздравили своих мужчин с 23 февраля. Я не буду поздравлять. Поздравлю завтра. Уже будет завтра 23 февраля. И я надеюсь, что-нибудь сниму вам и поздравлю вас, мужчины, с 23 февраля. Иду одеваюсь в приличный вид.
мою посуду, мариную курицу, выезжаю в центр. В центре обязательно для вас поснимаю, выходите в Инстаграм, смотрите. Вечером события, может быть, что-то удастся тоже снять, но это тоже для Инстаграма. И для вас что-нибудь так тоже поснимаю. В центре не была очень давно, лет 6. Вот, ну и вы все узнаете. Всем огромное спасибо, привожу себя в порядок. Вот такая я утренняя. Всем до свидания.